Черный список футбольных фанатов стал гораздо короче на целых 90%. Полиция пошла навстречу болельщикам после плодотворной работы с ними. Изначально на стадионы грядущего чемпионата мира за хулиганство обещали не пустить 3000 человек. Теперь в списке всего 297. Это те, кто особенно провинился за нанесение травм, порчу имущества, грабежи, массовые драки. В их отношении завели уголовные дела. По данным Лайфа, черный список сократили после отставки главы Всероссийского общества болельщиков Александра Шпрыгина. Якобы полиция не хотела обострять отношения с фанатами. Подробнее про фанатские страсти читайте на нашем сайте life.ru. Там есть интересная статистика, например, про болельщиков, попавших под санкции. А на первом месте это поклонники «Спартака», далее болельщики «Локомотива», а следом «ЦСКА», «Динамо», «Анжи», «Торпеды» и замыкает все это «Зенит». Вам достаточно. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года запретит продавать пиво слишком пьяным зрителям. Такой пункт появился в концепции безопасности во время ее доработки. Кроме того, теперь продажу алкоголя смогут приостанавливать во время определенных матчей или мероприятий. Да и выдавать в одни руки будут, вероятно, ограниченное количество.